Привет. Тут еще один долбоавтор. В смысле, на авто. Комбина. Писька Солдер. Что я вижу? У него большая скорость прочитанная. У него бесконечное количество шипов. У него бесконечное количество выстрелов. Ну, такой совершенно долбоящер. И вот я решил вам его показать, так как... Надо что-то показывать на этом долбанном канале. Вот всем, кого радуют долбоящеры, можете посмотреть на одного из них. Долбохрен, который пришел сюда не играть, а нажимать кнопки. Странно. Ну, иди там, поставь и играй. Ну, то есть вы понимаете, да, что я тупо буду за ним ехать, если не напарюсь на его какую-нибудь фигню, а он тупо будет ехать так, что я его не догоню. А еще забыл сказать, добавляет все время здоровье. Причем так сыт, что после каждого удара добавляет себе здоровье. Несмотря на то, что он играть совершенно не умеет, но вот пытается таким образом. То есть даже если я выстрелю или что-то сделать, убить его совершенно невозможно. Он добавляет деление после каждого. Ну, наверное, придется его пострелять, если я хоть как-то догоню его. Ну, я не сомневаюсь, что у него увеличенное количество времени задержания, а может его вообще нет. И как вы видели, и машины на него работают. Ну, то есть, такой клоун, долбоклоун. Как вы понимаете, догнать его не представляется возможным. Я думаю, он будет проезжать и через заслоны, и через машины. Чё бы ему не проезжать. А, у него еще отбивка на каждую. То есть стреляешь, мало того, у него бесконечное здоровье. У него еще отбив на каждый выстрел. То есть выстрелить по нему нельзя. Надо хоть подъехать чуть-чуть. Как вы видите, это совершенно не представляется возможным. Поэтому долбо чуду. Ты долбо-читер. Кто ж с тобой играть-то будет, долбанашка хренова? Видите, отбил. Ну, вы не думайте, что это по первому разу, он все отобьет. Но чтобы мне догнать его хотя бы на выстрел, мне надо усраться. И всем долбочитерам говорю, смотрите, это ваша копия. Ваша копия ваших уродливых кривляний передо мной. Что вы мне рассказываете, что у вас нельзя того, нельзя этого. Доврете вы все. Вот, видите, он... Я не перечисляю, сколько он же выкинул, что у него скорость, что он отбивает второй, вот этот. Не знаю, у меня остался третий выстрел. Но ему все похеру. У него столько же выстрелов, если вы думаете, что это такой отдельный. Может, он вообще под именем каким-то другим ездит. А сюда долбас... Писюн. Пиес. Долба писюн. А вот еще есть один выстрел. Но это все бессмысленно, вы же понимаете, да? Ты рептилия автомобильная. Ты какого хрена сюда пришла играть, дура ты подзаборная? Ну тупой, ну дебил. Конечно, если бы я не делал канал на YouTube и от не хрен делать не выкладывал там ролики от фонаря,
Конечно, нахрен мне такое долба... долба автомашинник нужен. Ну, то есть, вообще... Ну, то есть... Вообще... ку-ку! Вообще... вообще ку-кус! Ну, слишком скучно с ним это все делать, так что я вам показал. Можете не сомневаться, я с ним играл, и как гонщик он бесконечно стреляет. Ну, дурак, это пипец. Вот такие есть клоуны.